26 февраля 2022 год. Это я нахожусь в Радужном, у нас где собрание проходит. Тут вот две сестры пришли. Ефросинья и Миналка Дробов. И навели порядок. Вот у нас полицейском тут убирается. А просто тут прикрывается. Ну, там не поднимайся. Она запаяна. Я поняла. Ага. Вот так, что я буду придется. Тут у нас детская ручка. Рося, а тут ваших рисунков нету? Есть мой, вон там сам. Вон крайний. Вот это? Чей еще? Это так ты спаситель из этого? Благовещение. Да. Или ангел это? Ангел. Ангел, да? Так. Вот это. Так, надо подместить котельные. Да, еще закончу. А то Игнат Тихонович тебя бы похвалил за это. Что? А то, что ты чуть-чуть влажной тряпкой проводишь все это. Да. А то обычно сестры как намочат, потом тут сохнет несколько часов. Ну, вот, а я тут занимался брошюрами перед этим. Сидел, брошюры печатал. Сейчас вот их буду на стол перетаскивать. Там складывать уже в трапезной. Вот. Тут о смысле жизни, о семье, ну то есть и как и к истинному православию Игнатия Тихоновича материала, так и по открытым окам тоже собранный материал, вот проповеди его на 103 псалом, то есть в одной брошюре несколько проповедей идет, вот, получилось три брошюры у меня. Вот. Слово Божие обильно. Тоже здесь и вопросы-ответы по Слову Божию, и на проповеди тоже. Вот сегодня актуально. А я говорю вам, любите врагов ваших. Потому что люди воюют. Господь посылал проповедников, возвещая путь спасения. Люди к этому не прислушались. И вот Господь допускает войну. То есть идут брат на брата убивать. Потому что любовь не хотели Христову принять. Вот. Нам пример показал наш Господь Иисус Христос и его апостолы. Ну и другие, кто последовал за ними. Как они поступали в жизни. Они молились за обижающих. Как Господь заповедал, что молиться за врагов своих, не проклинать их ни в коем случае. Это будет верующие. Начинает сразу переживать за свой народ. Но по-человечески понятно, все переживаем друг за друга. Вот это дети вот тут рисовали с Рождеством Христовым. Потом на Пасху обновиться тоже. Ну все. Так вот. Тут вот у нас милостыня. Желающие, кто может, на Божье дело кладут. Вот это вот 1 Коринфянам 13 глава выписана про любовь. Любовь Божья. То есть что это все? Не плотская, а божественная. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. Самое сложное название. Вот. Это молитва у нас тут, которую мы молимся после собрания.
22. Грудина, ключичница, сосцевидная. Грудина, ключичница, сосцевидная. Ну, как бы, это легко запомнить, она по названию других мышц. Да, не все мышцы головы называются, где они крепятся. Ну, да. Например, это ключичница, грудина, щитовидная. Какая там? А ты могла это, Инна, ты могла бы веник взять. Грудина подъязычная. Там, которым мы обметаемся-то, им-то удобнее. Я тут просто такой влажный для этих четочек. А, ну понял. Ну все, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.